Мама сама захотела, я ей говорил, запиши. Сама просто взяла камеру и начала записывать. Ну, как камеру, телефон. Мы сегодня с ютубером Илья и Бекки играем в игру Roblox. Ты за мной едешь? Ты за мной едешь? Да, еду. Вот, можете перейти на его канал. Канал называется Илья и Бекки. Он, наверное, уже в некоторых видео мои снимался. Пишите Илья и Бекки, и там вылазит такой мальчик белый, блондин, с мопс, порода мопс. И можете подписываться, можете подписываться. Он вообще забыл, что у него есть канал, просто. 4 видео заснял, все. А, 4 видео. Я возле тюрьмы. Поздравляю. Просто 4 видео записал, а и все, 4 видео есть, я самый крутой ютубер. Так ты за мной будешь ехать или нет? Да, ты будешь взрывать. В смысле? Бегом. Я, знаешь где? Где? Нет, я, по-моему, не возле. Не. Это что такое? Ребята, кто знает? Кто играет в Roblox, напишите, что это. Я на профессионал. В режиме побег из тюрьмы. О, это ты? Да, это... А просто за маминой рукой плохо видно. Понятно, ты вообще без машины, да? В смысле, возьми свою машину. Она не рабочая. Понятно, что с тобой. Придется еще добывать машину и ехать к ювелирному магазину. Давай! Я верю в тебя. Это вообще коп? Или кто это? Подожди. Ну это враг, да. Он же красный горит, значит. Стреляй давай. А, это не копы. В общем, не знаю. Разрешу я еще маме это видео выкладывать, но ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока. И на мой подписывайтесь.